14 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Государственной автоинспекции Украины. И в связи с этим у нас вопрос к жителям города Белгорода-Днестровского. Как вы относитесь к работникам ГАИ? Сейчас нормально. Сейчас их меньше стало. Раньше постоянно там тормозили. Сейчас нормально. Как у всех, нормальное отношение. Их мало осталось в городе вообще-то. Хотелось бы побольше, наверное, чтобы было немного. Порядка, для порядка. Со всеми дружим, со всеми ладим. Ну, что вам еще сказать? Довольны были их работой? Да, довольно-таки работы довольны. Спиридон Харлампович очень хорошо настроил работу в этом городе. И я их поздравляю. Харлампович, с праздником, всех ГАИ, с праздником. Ребята, работайте, но работайте на энтузиазме, а не на взятках. Положительно. У них своя работа, у нас своя работа. Вы вообще довольны их работой? Не совсем, можно было бы лучше. Нормально. Особых претензий нет. Так что все нормально. У меня тоже машина есть, поэтому особых претензий к ним нет. У меня лично. Нет, нормально. А вы вообще довольны их работой? Ой, ну это вопрос сложный. Не знаю. Не знаю. Ну, пользуясь случаем, поздравляю всех сотрудников. Счастья, здоровья всем. Всего самого им доброго. Ага, так мы их поздравляем. Да что ты меня заклоняешь? И всего наилучшего. А вообще, как вы к ним, ваши отношения? Очень любим их, уважаем, ценим. Если бы их не было, вообще не знали, как нам ездить, вообще, как жить. А если честно? Это честно. Это от всей души сказал, серьезно. Штрафы не любим платить, жутко не любим платить штрафы. Но без них было бы хуже. Потому что они все солидарны с водителями. Поэтому ГАИ надо. Но штрафы платить не любим. Порядки надо наводить везде. Так же самое и на дорогах. Каждый должен заниматься своими делами. А вообще довольны их не работой? Ну, если не нарушаешь, то всегда ездишь нормально. Я не нарушаю, езжу нормально.